История нашего мира – это история насилия. Человечество словно стремится к самоуничтожению. Но существует артефакт, известный как «Яблоко Эдема». Любые порывы к независимости и сопротивлению будут нами подавлены. Мы обнаружили хранителей яблока. Все линии оборвались, кроме одной. Его зовут Кэллум Линч. Меня зовут доктор София Райлен. Я здесь, чтобы помочь вам. А вы, чтобы помочь мне? Это что? Я знаю тебе все, Кэл. Нам нужно яблоко. И вы нам его принесете. Это устройство Анимус. То, что вы увидите и почувствуете, это воспоминание человека, который умер 500 лет назад. Да что вам нужно? Ваше прошлое. Постойте, нет! Добро пожаловать в мир Испанской Инквизиции. То, что я видел, я будто прожил. Так и было. Они не должны заполучить яблоко. Тамплиеры используют его против нас. Что дальше, новенький? Дадим бой. Мне начинает это нравиться. Тебя ждут великие свершения. Проверим. Мы действуем во тьме, чтоб служить свету. Мы ассасины.